Укрепление многосторонних связей Узбекистана с зарубежными государствами открывает широкие возможности и для налаживания деловых связей, контактов в области образования, в других сферах. Сотрудничество по обмену опытом подразумевает и обучение в иностранных вузах, работу по контракту. И в какой бы части света ни находился гражданин Узбекистана, он всегда остается под защитой государства. Биометрический паспорт гражданина Узбекистана является документом, удостоверяющим личность и гражданство его владельца как на территории республики, так и за ее пределами. Потому столько внимания эффективной реализации консульскими учреждениями нашей страны за рубежом должного правоприменения и практики. Вы теперь состоите на постоянном консульском учете. Если какие-то вопросы будут возникать, всегда можете обратиться к нам как по телефону, так и по личным обращениям, также по электронной почте. Кстати, в каждой из стран, где работают консульские учреждения, взяты ориентиры на оперативное рассмотрение данных вопросов в соответствии с буквой закона. Сотрудники детально разъясняют все аспекты. Прежде всего, это оформление документов по обмену биометрических паспортов, выдача сертификатов на возвращение, оформление документов на выход и прием в гражданство Республики Узбекистан, получение и обработка заявлений по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в тяжелом материальном положении, заключенным по тем или иным причинам под стражу и так далее. За последнее время нам всем известно, что предъявляются повышенные требования к качеству обслуживания граждан, создаются необходимые условия для быстрого и качественного рассмотрения письменных заявлений. Так считанные минуты уходят на то, чтобы получить список документов, необходимых гражданам, имеющим постоянную или временную регистрацию в консульских учреждениях за рубежом для оформления паспорта. Несколько раз я обращался в консульский отдел посольства Республики Узбекистан в Японии с различными просьбами, в том числе по визовым, правовым вопросам. И каждый раз мне и моим коллегам была оказана исчерпывающая помощь. Отметим, что национальным законодательством страны установлено, что в загранучреждениях Республики Узбекистан биометрический паспорт могут получить граждане, выехавшие на постоянное жительство за рубеж и состоящие на постоянном консульском учете в загранучреждении Республики Узбекистан, а также выехавшие в служебную командировку, на учебу, лечение, на работу по контракту на срок свыше 6 месяцев и состоящие на временном консульском учете в загранучреждении Республики Узбекистан.